вопросов есть, можно попросить. А сейчас мы недалеко от храма обезьяна. Обезьяна там много будет. Больше тысячи обезьян там живут, но они не агрессивны. Да, не агрессивно, да. Там храм есть, в 17 веке построен. Да, храм есть очень старый, Махараджа Джипур построил там. Там много зданий, там есть много бог, богини, есть статуя. Вы знаете, индуизм, есть много миллиард бог, богини. Есть самые главные три богов, есть индуизм. Если в этом городе розовый свет, вы пока не видели, где есть розовый свет. Пока мы когда будем в старом городе, я вам покажу. И 7 километров у нас есть стена в нашем городе. А вокруг 7 километров стена и 7 ворота есть. Каждую ночь 11 часов они закрывали ворота. И утром, 5 утра они открыли все ворота. А 566 раньше были махараджа, все Индия, они воевали между собой. Забрать гранит корова, а священный читает это священное животное корова. А, когда человек умирает, да, индуизм, как у них есть так философия, они думают, когда человек умирает, транспортом, если будем рай, транспорт будет корова. Поэтому не резит корова, но каждый штат есть свой закон. Индия есть большая штат, большая страна, и 29 у нас штатов. У вас бизнес, вы не можете любая улица, любая площадь, нельзя у вас. Но у нас такая страна, если у вас есть силы, есть власть, есть любое место, вы можете открыть свой магазин. Трудно. У нас такая мафия есть, бизнес-мафия. Но у них есть другая страна, полиция, они платят деньги и откроют бизнес. Такие люди сейчас, конечно, очень богатые. Поэтому много есть неофициальных домов. Еще на горах, вот видишь, потом на горах туда, справа, очень длинные горах, там есть мрамор. Ребята, свой мрамор есть там. Ну, не самый качественный мрамор. Самый качественный мрамор есть в нашем штате, Макрана. Макрана очень популярное место. Тысячи верблюдами, тысячи слонами взяли мрамор. Макрана до Агра. И 22 года построили Тадж-Махал. И раньше не было электрик.